Привет всем. Нам пришла посылочка с Авито. Давайте посмотрим ее. Креативно. Для людей. Круто. Вообще круто. Так. Еще секунду. Вау. Вау. Нифига себе. Так, как мы это будем разбирать? Вау, повалилось. Так, я буду вот так, наверное. Вот так вот. Так вот. Так вот. Так, все это. Убираем чертеж, вставляем. Чертеж это для подставки для большой Яндекс-станции. Может сделать любой. В смысле собрать. Классно. Классно. Мощно. Ну-ка, где наша малюська? Ой, как влетает. Смотрите, вот это вот резина, а это гладкая. И они прям... Нифига себе. Испытания лучше, чем новые Яндекс-станции 2. Они там, по-моему, всего на 16% поднимали. А тут все 45%. Все держится. О, круто. Вообще мне нравится. Круто. Есть вот такое угловое. Пинси. Можно в угол. Чик. Еще и провод сюда спрятать. Оп. Так. Угу. Одно правое, одно левое, да, скажем так. То есть можно сюда, можно сюда. Ну что, очень круто. А если у вас две, а у нас, допустим, две. Ну, правда, Маруся и Алиса. Ну, что я вам скажу, очень круто. Очень. Так. Да. Молодец. Классно. Эти подставочки я брал на Авито. Ссылочка будет в описании на продавца. Если вы напишите ему, что вы от меня, после просмотра этого видео, может быть, он вам сделает скидку. Так, это две заглушечки для Яндекс-пульта умного. У меня пульт Яндекс коннектор был немножко вытащен, и произошло следующее. Контакт был некачественный, и начал плавиться сам коннектор. Вот я думаю, вот это вот спасет. То есть мы вставляем и защелкиваем. Не знаю, можно, наверное, еще и прикрутить. А знаете что? Это может быть и крепление к стене. То есть мы прикрепили. Сюда вставили коннектор, одели. Классно. Яндекс-пульт можно прикреплять к стене. Очень здорово. Среди креплений дюбеля,
винты, шурупы. Ага, отлично. Так, давайте все-таки посмотрим. Ну, классно. Вообще вещь. Гайки закреплены уже. Круто. Насколько все кайфово. Потай. Шурупы, чтобы утоплены были. С одной стороны. С другой стороны. Да, круто. Так, ну что, попробуем. Первое, присоединяем ноги. Ноги присоединяются вот к этой вещи. Так, где у нас получится вверх-вниз? Вверх-вниз, по-моему, все равно. Ну да, скорее всего, да. Аккуратно вставляем. Да, сразу потеет. Ставили ноги. А вот, ну-ка, потает это есть или нет? А, нет, одинаково. То есть, все четко. Нет, я не почувствовал, что есть. Поэтому вставляем одну. Вставляем вторую. И что там, как она? Оп. Ой, перевернуть. Ага, все отлично. Ну и вот винты как раз туда и были. То есть именно сюда. Так, ну что, наверное, все-таки лучше сразу собрать винты. Кстати, дальше пойдет видео, насколько крепкая эта подставка. То есть там продавец как раз нагружает эту подставку грузом и показывает, насколько она надежна. Крепление к стене 3,
болта. Ну что, давайте померим все-таки, как это будет на самой станции. Надо ее перевернуть. Ну что я вам скажу? Здорово. Однозначно здорово. А когда я переписывался с Дмитрием, я спросил его, моя станция, она у нас вот так вот стоит всегда, лежа. Я говорю, а нет ли у вас крепления, которое вертикально к стене будет прикрепляться? Он сказал, пока нет, но не исключено, что будет в разработке. Я думаю, что если он сделает, наверное, он все-таки мне сообщит об этом. И мы обязательно купим такое крепление. Ну что, на этом, наверное, все. Ссылку на страницу продавца я напишу на видео. И также, хотя на видео оно будет некрасивое, оставлю в описании в первом закрепленном комментарии. Вот так вот. Если у вас остались какие-то вопросы, спрашивайте, я обязательно отвечу, даже по истечении какого-то времени эксплуатации. Поэтому, и это еще покажу на фотографиях, как получается к стене прикреплять.